30-й юбилейный региональный финал студенческой весны прошел во Дворце дружбы народов губернаторский. На суд жюри свои программы представили творческие команды 5 вузов – Госуниверситет, Педагогический, Технический, Аграрные университеты и Институт гражданской авиации. Ежегодный творческий фестиваль – это крупнейшая в регионе площадка для обмена и реализации креативных идей молодежи. Мы должны придерживаться одного принципа – все вместе для молодежи и ничего без нее. Потому что молодежь, она заряжает позитивной энергией, она заряжает своими идеями, которые в дальнейшем можно реализовать. Традиционный отборочный этап для участия в российской студенческой весне включил в себя несколько испытаний. Прежде чем представить творческие программы, студенты вузов продемонстрировали умения в индивидуальных творческих номинациях – танцевальная, вокальная, театральная, журналистика и видео. Кстати, в этом году участвуют в студвесне колледжи и техникумы. В этом году впервые будет сформирована делегация Ульяновской области из ребят колледжей и техникумов, потому что в этом году проводится впервые отдельный фестиваль «Российская студенческая весна» для колледжей и техникумов. Он пройдет в Челябинске в начале июня. На каждом из этапов молодежь не только проявляет свои таланты, но и развивает их, работая за кулисами с авторитетными экспертами, профессионалами в области творчества. В день самого выступления оценку смелым идеям студентов дает опытное жюри. По баллам оценивается режиссура, сценарий, работа актеров. Но главный критерий, как утверждают сами судьи, это глубина и наполненность выступления. Желательно, чтобы у ребят было ради чего. Вот ради чего ты вышел на сцену? Ради того, чтобы показать себя в этом номере? Или же есть какая-то другая задача? Она должна быть. И вот когда ее нет, то получается, к сожалению, не очень хорошо. По баллам, да, оценивается все по баллам. Но остается общее впечатление. И общее впечатление – это как раз самое главное, что будет в оценках. Студвесна для самих ребят – это возможность самореализоваться, творчески раскрыть и развить себя. Выступления ребят превращаются в шоу, а сам конкурс – в праздник, как для участников, так и для зрителей. Студвесна – это что-то уникальное. Здесь собираются самые талантливые люди, которые горят тем, что они делают. И это заряжает, это вдохновляет делать что-то свое, новое, становиться лучше, потому что, когда ты среди лучших, нужно расти постоянно. Студенческая весна – это, в первую очередь, люди, которые создают эту атмосферу. Конечно же, во вторую очередь, это творчество, несомненно, потому что очень много разных направлений, все это объединяется здесь, и это все вот объединяется в такое большое представление, шоу. Первое место и кубок победителя достался будущим педагогам, второе место у опорного вуза региона, третье место у ЛГТУ. Ребята, занявшие призовое место, представят регион на фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре с 18 по 24 мая. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.